6 октября церковь празднует память святителя Иннокентия Московского. Святитель Иннокентий, митрополит Московский, в миру Иван Евсеевич Попов Вениаминов, родился в 1797 году в Иркутской губернии. Его отец был пономарем в храме, помогал за богослужение. Окончив семинарию, будущий святитель стал священником. Господь призвал его на миссионерское служение. 45 лет провел святитель Иннокентий в северных областях – Камчатка, Алеутские острова, Аляска, Якутия, Хабаровск. В суровых условиях, с большими опасностями для жизни, совершал он дело просвещения местных народов христианской веры. Святитель Иннокентий крестил десятки тысяч людей, строил храмы, при которых основывал школы и сам обучал в них основам христианской жизни. Он сам хорошо разбирался во многих ремеслах, что сильно помогло ему в служении. Во время многочисленных поездок святитель Иннокентий изучал язык, быт и нравы народов, среди которых проповедовал. Его труды по географии, этнографии и языкознанию получили мировую известность. Он составил алфавит и грамматику алеутско-лисиевского языка и перевел на него катехизис, Евангелие, многие молитвы, а также сам писал душеполезные книги. В 1868 году он был назначен митрополитом московским, проведя на этой кафедре 11 лет. После смерти святитель Иннокентий был похоронен в Троице-Сергиевой лавре.